зале не было ничего. Вокруг царил хаос и небытие. Из хаоса сотворил Бог землю и заселил ее разными тварями. Самым прекрасным его творением стал человек. Самым прекрасным и самым пустым. Господь растратил все силы и не смог наделить человечество никакими качествами. Каждый человек был как пустой чистый лист. Сказал им Бог: отныне в руках каждого учителя творение мира, ведь человек и есть мир. Добрый день, дорогие гости, учителя и все присутствующие в зале. Сегодня 27 марта, а это значит, что весь мир празднует Всемирный день театра. И мы, педагоги, не смогли остаться в стороне. Мы рады приветствовать вас на районном фестивале театральных новелл «Весь этот мир творит учитель». Слово для приветствия предоставляется главному вдохновителю педагогического сообщества, начальнику отдела по образованию Суровикинского муниципального района Надежде Владимировне Володиной. Добрый день, уважаемые коллеги, гости. Ну, обращаясь к коллегам, хочу сказать, сегодня у нас необычный повод собраться в этом огромном зале, центральном зале нашего района. И говорить мы сегодня будем совсем не про образование. Быть педагогом – это искусство. Искусство учить, искусство воспитывать, искусство дарить любовь, тепло, радость нашим детям. Педагог – это действительно Созидатель. Созидатель прекрасного, доброго, вечного. Ну и что хочется сказать? Начинаем?
Любовь – это великая энергия. Ее можно не только почувствовать, но и увидеть тонким зрением. И эта энергия нужна на всех этапах жизни человека для его всестороннего роста, развития его физического и духовного уровня. И решили учителя прежде всего наполнить человека любовью. На сцену приглашается коллектив детского сада «Березка» «Цветы России». Мир оживает весь весной. Сейчас моя пора. Засею мир я красотой, пусть вся цветет земля. Засею луг, леса, поля и скверы городов. Мне в мир нести добро, любовь, пусть хватит всем цветов. Здесь мак, ромашки, васильки и колокольчик, друг. Неприхотливые цветы, растут они вокруг. Лишь только лето настает, цветут они сильней. Кто старше, тот научит их быть краше и добрей. У каждого своя мечта, желания свои, но все они хотят земле дать мира, красоты. Планете должны быть мама, папа и дети. А если бабушки, дедушки есть, то счастье семье этой просто не счесть. Пусть радуется папа, ведь я его люблю. Он подарил мне детство и песенку свою. Пусть радуется мама и вся моя семья. Пусть будет только счастье, пусть будет только счастье. Ему улыбаюсь я. Мамочка, папочка, ангелы мои, с крылышками солнышко, с лучиком любви. Бабушка, дедушка, мирная семья, я вас всех так люблю, всех люблю вас я. Хорошо, когда есть друг, вместе поиграешь, споешь песню, стих прочтешь, с ним не заскучаешь. На свете мир, не ссорьтесь никогда, но если уж пришла беда, поможем родине тогда. По полю иду, про себя шепчу. Я тебя люблю. Головы вверх, можно поднять за тебя.
Везде мы слышим звуков звон. Природа вся живет. И шум дождя, и листопад, жучок, сверчок поет. Природа самый верный друг, ее беречь должны. Пусть оживает все вокруг, и сбудутся мечты. Сидя на скамеечке в тиши, я отдыхала, вдыхая аромат и радуясь цветам. Смотрела в голубые небеса, где солнце радостно сверкало. Это все прекрасное я дарю всей земле. Да, все цветы мне нравятся, и я всем рада. Каждый цветок неповторим и в цвете, и в аромате. И каждый цветок я люблю, и с ним дарю всему миру добро, любовь и красоту. Bye.
страшна.